на конкурс. Дети читают стихи. Григорьева Анастасия, 14 лет, поселок Ушуму, Магдыгачинского района, Амурской области. Автор «Бессонница». Я не могу тебя забыть. Как жаль, что рядом тебя нет. Тебя мне не обнять. Нельзя тебе мне позвонить. Нельзя люблю сказать. Твой телефон теперь молчит. И только номер твой напоминает мне о том, что ты была со мной. Я не могу тебя забыть, и в день рождения твой цветов уже не подарить, не погулять с тобой. Глаза закрыла и ушла. Все говорят, забудь, ты отпусти, ты не грусти, ее же не вернут. В ответ молчу, душа болит, кричит, не понимает, за что, зачем, ну почему тебя мне не хватает. Твой дом пустой, тебя в нем нет, и больше там не будет. Ты не придешь, не позовешь, и утром не разбудишь. Не спросишь, доча, как дела? Куда ходила? Где была? Зачем болезнь тебя нашла? Зачем ты рано так ушла? Сболела, подкосила, помочь тебе я не смогла. И медицина нам не помогла, ушла из жизни. Слишком рано, помочь тебе никто не смог. Но образ твой со мной наверх, мой самый близкий, самый нежный человек.